Святий Отче, Святейший Отец, знаки доби в těchto днях ясно указují на втілování системи антикриста до світських структур. Знаки времени в этих днях чётко указывают на воплощение системы антихриста в светские структуры. Конкретно йде о поставлении гомосексуалити на первое место, о заведении гомосексуальных сняток, о адопции, неболи продаи детей гомосексуалам и педофилам, о заведении ювенильной юстиции, která nezákonně a bezdůvodně odnímá děti vlastním rodičům. Konkrétně řeč jde o vydvižení homosexualismu na první místo, vedení jednopolových braků, usynovlení, prodáže dětí homosexualistům a pedofilům, a juvenální justici nezákonném a bezosnovatelném odbírání dětí от собственных родителей. Йде о деморализации и демонизации детей скрзе программы так званой сексуальной выховы, о просазовании гендер схизофрении, подле ниж муж се поклада за жену, а опачно. Речь идет о деморализации и демонизации детей посредством программы так называемого сексуального воспитания, проталкивания гендерной шизофрении, когда мужчина считает себя женщиной и наоборот. Йде ту о страту розуму, страту сведомі и всех моральных годнот. Речь идет о потере разума, потере совести и всех моральных ценностей. В této době všeobecného zmatku jste vy, svatý Otče, jako nástupce apoštola Petra, na prvním místě povinen být svědomím církve i světa. V этой эпохе всеобщего хаоса вы, как приемник апостола Петра, в первую очередь должны быть совестью церкви и всего мира. Отпадла церковная иерархия спору с Яном Павлом II ма на сведомі всехно тото současне зло. Отступническая церковная иерархия вместе с Иоанном Павлом II имеет на совести все это настоящее зло. Проч? Почему? Protože papež netrestal hereze, ale naopak autoritativně je vtěloval. Потому что папа не наказывал ереси, а наоборот их авторитетно воплощал. Vyzvěte odpadlou církevní hierarchii ke konkrétnímu kroku. Buď se radikálně oddělí od herezí historicko-kritické teologie a ducha Assisi, anebo musí opustit církevní úřady. Призовите отступническую иерархию к конкретному шагу, или пусть она радикально отделиться от ереси Икате и Асижа, или пусть отойдет из церковных должностей. Vyzvěte rovněž všechny politické představitele k účinnému pokání, aby započatou genocidu lidstva zastavili. Также к политическим представителям с призывом к эффективному покаянию, чтобы остановить начавшийся геноцид народов. Вы в этой исторической době
doposud zanedbáváte to nejpodstatnější. Это историческое время вы до сих пор пренебрегаете самым основным. Připravovaná beatifikace je antipokáním a nastolením duchovní vlády Antikrista. Готовящаяся беатификация является антипокаянием и заводит духовную власть Антихриста. Jde o popření základních dogmat církve a likvidaci Božího života uvnitř církve. Řeč jde o odrycání основных догм церкви и ликвидации Божьей жизни внутри церкви. Jde o euforii, jejímž důsledkem bude slavnostní pohřeb oficiální struktury katolické církve. Řeč jde o euforii, sledstvím které budou торжественные похороны официальной структуры католической церкви. Pro pravověrné katolíky pak bude nutností se oddělit od apostatické církevní struktury. Тогда для правоверных католиков возникнет необходимость отделиться от апостатической церковной структуры. Gestem beatifikace vytvoříte z apostazí vnitřní jednotu a zároveň tím zveřejníte své vyloučení z Kristovy církve. Gestem beatifikace vy создадите z apostazí vnitřní jedinění a tím одновременно обнародуете i svoje исключение из церкви Христовой. Každý, kdo zůstane v jednotě ducha s apostatickou strukturou, nemůže být spasen. Každý, kdo останется v jedinstvě ducha s этой apostatickou strukturou, už не сможет быть спасен. Svatý Otče, nenechte se manipulovat falešnou euforií. Святейший Отец, не допустите, чтобы вами манипулировала фальшивая эйфория. Заставьте себеликвидационную беатификацию. Остановите самоликвидационную беатификацию. Бискупове синоду Украинской правоверной Жецко-католической церкви. Епископы синода Украинской правоверной греко-католической церкви.